я руководитель ландшафтной компании. Я вам хочу представить иргу канадскую или ирга ламарка. Это красиво цветущее растение, обильное цветение весной, белое цветение. А осенью вот такие листики красненького цвета и очень красиво. То есть это шпалерная форма, высота данного растения сейчас 2,5 метра. И этот крупномер идеально можно также сажать, как живая изгородь. То есть они просто сажаются подряд, вот, и, например, закрывается какой-то вид. Вот, ирга ламарка. Уже все поступило в продажу на осень 2018.